Во-первых, есть вот такая эфирная смесь, которая называется Диплю. Обычно ее применяют при болях в суставах, для опорно-двигательного аппарата, при ушибах, травмах и так далее. Она хорошо снимает боль. Но женщины, которые пользуются Дотерра, пошли еще дальше. И они придумали использовать эту смесь для лица. Берем небольшое количество базового крема. Я использовала, носила после бритья весна снежность Дотерра. У него хорошая мягкая текстура, и очень здорово использовать его в качестве базового крема. В этот базовый крем добавляем буквально одну каплю Диплю. И наносим эту смесь на лицо, вызывая тем самым усиление кровотока. И этим самым мы достигаем эффекта улучшения кровообращения. Кожа становится более насыщенной, более упругой. И улучшается цвет лица, а также тонус кожи. Вот такая удивительная смесь есть в базовом наборе Дотерра. Кожа начинает немножко пощипывать, как бы иголочками так чуть-чуть покалывать. Но это эффект временный. И он очень быстро проходит, но в итоге остается свежая, сияющая кожа, появляется легкий румянец. И это, собственно, такая хорошая, очень утренняя процедура в качестве тонуса для лица. Особенно для кожи, когда женщине уже глубоко за 50.